бы особенно, которые, в общем-то, много лет долго работали, когда выходят на пенсию, то как бы уже получается вакуум. Кроме того, мы скажем, дети уезжают, внуки уезжают, то есть фактор одиночества, поэтому, конечно, через наше движение, где именно групповое, люди получают удовольствие. Танцевальное движение – смысл, да, то есть это ритм, это музыка и это общение. Возрастные за 80 лет по 2 часа танцуют на улице, не присевши. Например, на кегастре у нас женщины, они картошку покопали, поработали в огороде, пришли 2 часа потанцевали, не один раз проводили анкетирование, опросы наши занимающиеся, и мы получили, что да, действительно люди, во-первых, стали, самочувствие улучшилось, кроме того, значит, ушло чувство одиночества, люди действительно стали, в общем-то, нашли друзей и так далее. Стали, кстати, вместе ходить на различные, вот наши люди стали вместе ходить на различные выставки, то есть это вообще общность создалась. Кроме того, у нас люди стали меньше ходить на приемы к врачам, стали меньше принимать лекарств, у нас люди похудели, потому что действительно питание наладилось, физическая активность и так далее. 80-90%, потом у меня там и самочувствие улучшилось. Это у нас все в процентах, все, это все объективно, все подсчитано. Все мы станем пенсионерами. Хочется поддержать людей, чтобы они могли не сидеть дома, а могли между собой общаться, чем-то увлекаться. Даже пусть они там танцуют или там в походы какие-то ходят или на мероприятия, это очень полезно.